20 минут о красивой жизни в красивом городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Обычно показы новых коллекций знаменитых домов моды проходят в сентябре или феврале. Детская мода в Челябинске живет по другим законам, и именно поэтому большое количество фэшн-шоу наблюдалось именно в эти зимние месяцы. И такие события, как правило, не пропускает программа Beauty Time. Фэшн-елка отличается от елки традиционной тем, что в ней участвуют юные модели, а вместо зайчиков и снежинок – модные луки, составленные стилистами. Мы приравниваем наш праздник к Новому году, и, соответственно, все наши девочки и мальчики, они на самом деле прекрасны и красивы сегодня, и мальчишки, и девчонки, мы на настоящем балу. Это первый наш такой большой показ у наших детей. Мы все волнуемся, мы все переживаем. Но я надеюсь, что у нашей девочки выступят сегодня очень хорошо, покажут коллекцию. Очень у нас огромное количество брендов, партнеров. Это Шупет, это Баттенблю, это Антаспорт. Мы даже спортивные бренды показываем. Очень много молодых дизайнеров. Ледресс, Марисофт. Огромное количество у нас дизайнеров, и мы рады с ними поработать. Это шоу от агентства Celebrity Model Group, своего рода годовой отчет о проделанной работе, кто и как освоил искусство дефиле и мастерство фотопозирования. Мне нравится просто по подиуму ходить. Наверное, все-таки фотосессии. Поездки. Фотосессия. На кастинги, фотосессии. Все нравится. Мне нравится ходить по подиуму. Я люблю фотографировать. Идти по подиуму и стараться, потому что на тебя сейчас все смотрят, всем ты нравишься, все тебе улыбаются, ну, как мне кажется. И хочется как бы тоже улыбнуться, но надо идти просто с каменным лицом, смотреть как модель. В качестве модных критиков в зрительном зале родители. Они же самые главные VIP-персоны этого показа. Дети нарядные, красивые, они хотят выступить, у них есть задор и стремление. А родители за них очень сильно волнуются. Я думаю, что сегодня волнуемся больше мы. Потому что уже Милана у нас привыкла к различным выступлениям, показам, съемкам. То есть у нее нет никаких преград, нет волнения, но волнуемся, мы очень сильно за нее переживаем, как она будет на сцене. Вообще давно уже хотела, чтобы ребенок у меня развивался в этом направлении. Вот, и узнали об арт-агентстве Celebrity и решили вот отдать туда Александру. Очень все нравится. У меня ребенок снимался уже в Москве в документальном фильме. Ему это очень нравится. Наша семья нацелена на то, чтобы развивать детей в разных направлениях. В действительности наши будущие звездочки, которые сейчас блистают на этом подиуме. Моду создают молодые. Так было в этом мире всегда. Что же касается нынешних моделей, они появляются на подиуме, едва научившись ходить. А к годам 5-6 имеют полное представление о том, как создается фэшн-шоу и кто этим сможет правильно руководить. Мои преподаватели высокие, добрые и громко говорят. Они добрые, веселые. Самые лучшие преподаватели мира. Даже не ругаются. Ну, бывает, но иногда, да. Хорошие. Строгие ругаются? Бывает. Этот год оказался успешным не только для юных моделей. География Celebrity Model Group с открытием новых филиалов стала еще шире. А что можно пожелать на Новый год тем, кто профессионально занимается модой? Конечно же, удачных кадров и успешных кастингов, новых творческих проектов, армии поклонников и мирового признания. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск.
есть среди многочисленных российских модных брендов компании с историей. Те, которые начали свою работу задолго до трендов в поддержку местного производителя. Компания «Энса» существует на рынке 15 лет. Ее основатель, дизайнер Светлана Размахова, в своих коллекциях доводит до совершенства стиль элегантный минимализм. По-итальянски расслабленный и в то же время строгий, вполне демократичный и вместе с тем статусный. Casual и smart casual в основном идет. Ассортимент постепенно добавляется. Я же рассказывала, тогда вот каблучки были, потом потихоньку юбки пошли, брюки, жакеты, там платья, ну, платья соответственно. Перфекционизм во всем – главный принцип работы главы компании. Необходимо все держать на кончиках пальцев, вникать в каждую мелочь. Я очень люблю хорошие ткани, поэтому у меня не получается купить. Сэкономить на этом. Ну, у нас уже постоянно есть поставщики, которые нам нравятся самим. Мы у них покупаем. Они даже дорогие могут быть, мы можем немного покупать. Но покупаем все равно. У нас, во-первых, команда собралась, которая вот прямо любит-любит это. Все тряпочки эти все. Бывает, знаете, люди занимаются этим, но потом я ненавижу эти тряпки, они говорят, там через сколько-то лет. У нас такого, таких людей нет в команде. У нас как бы все такие тряпочки. Вот. Ну, как-то вот все равно изнутри, то, что внутри компании, ну вот как так вот и выглядит, как внутри. Оно же все равно не скроешь. Фотосессий стало много в последнее время, только таких интересных, имиджевых для кампейна. Фотосессии происходят, ну, зависит, конечно, еще и от погоды, и от задачи, и от того, что именно придумано именно на эту фотосессию. Последняя фотосессия была, например, на улице, на шишнях, в снегу, с шестью зеркалами. И мы снимали вот на улице. Причем было достаточно холодно. Зависит от того, какие тренды визуальной информации именно для в этот период. Исходя из этого, мы что-то придумываем, чтобы это все было модно и красиво. Модную аудиторию сегодня не надо уговаривать носить российских дизайнеров. На них уже не просто обращают внимание, но и активно включают в свой гардероб. Наши конкуренты, мы же должны их отслеживать. Раньше мы отслеживали иностранных только, европейских марки, европейских. Сейчас мы уже на европейские не смотрим, мы уже смотрим на наших дизайнеров. Прям с нуля, мне кажется, это очень сложно. Иногда думаю, если бы я сейчас решила бы этим заниматься, стала бы я этим заниматься? Вопрос. Сложно. Производство, наверное, везде сложно. Особенно, когда оно такое. Есть производство, как бы продукт остается одним и тем же все время. Он не меняется ни качества, ни внешнего вида практически. Да, у кого-то какие-то производства. А у нас же получается как новый проект каждые полгода, и вот это вот гонка, и ничего ты не успеваешь, и скоро надо фотосессию снимать, тут что-то делали там. Чтобы русский стиль проник в моду, он сначала должен был попасть в Париж и уже оттуда вернуться к нам в интерпретациях французских дизайнеров. Примерно то же самое происходит с коллекциями «Энса». Они давно успешно продаются в Москве и Санкт-Петербурге и относительно недавно начали завоевывать сердца челябинских модниц. На самом деле, я один раз стою на светофоре, и у меня раз так глаз цепляется, что-то знакомое. О, блузка! Интересно. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Отделение косметологии клиники «Источник» представляет в действии лазерный аппарат «Акупалс». Инновационная помощь в решении ряда косметологических проблем. Работает над устранением морщин, пигментных пятен, растяжек и рубцов и расширенных пор. Отделение косметологии клиники «Источник». Наука на службе у красоты. 77-88-905. Энса. Особенный стиль и безупречное качество.
Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Высокая концентрация стильных красоток на квадратный метр в Гагарин Резиденс отмечается впервые. Это открытие студии Bella Pro райского уголка в зимнем Челябинском лесу. Все мы не ангелы, но у нас теперь свой рай есть. Формат студии – все виды эпиляции – шугаринг, лазерная и электро. Но это техническая составляющая проекта. Есть еще и эмоциональная. Они попадают как будто бы в тропики. Покачались на качелях, посидели, попили кофе. Мы хотели создать зону отдыха для всех. Большая зона мастер-класса, мы можем обучать тоже всем этим процедурам. Мы приходим сюда как домой, хотя новое очень место. И, естественно, мы знали, что будет все шикарно, но не ожидали, что будет настолько шикарно. Я, правда, специально не приходила на стройку, не приходила, когда был предварительный какой-то результат. Я просто хотела прийти и вот так вот... И реально так и было. Я ухожу всегда с отличным настроением, с морем позитива и энергии. Видели уже все на фотографиях, хоть как-то, но вживую это все еще более масштабно, еще более красиво. Я считаю, должны быть такие места, где есть все. Это идеально для работающей мамы. Здесь все пропитано теплотой и позитивом. И все продумано тщательнейшим образом, начиная от интерьера, заканчивая подбором команды. Люди приходят с разным настроением, после работы, уставшие. Энергетика очень важна. То есть нужно, главное, самое главное, расположить клиента к себе. Каждому клиенту, конечно, свой подход. Специалист должен проконсультировать. И медицинское оборудование также очень важно. Обаятельные бизнес-леди такие разные, но их мысли и чувства в отношении любимого проекта совпадают даже в мелочах. Катя, она вот прям душа, вот это все красота, суперсервис, то есть она все это оттачивает, а я такая, все, внедряем, классно. Ей попался такой партнер, как я, то есть у нас Даша огонь, а я вода, и мы вот так очень идеально друг к другу подходим. Все единодушно, мы спорили вдвоем с дизайнером, с рабочими, но... С друг другом вообще нет, у нас прям вот одно видение. Мы даже если что-нибудь боимся, мне не нравится, но еще не знаю мнение Кати, и такая начинаю мягко. Слушай, ну может, я тебе тоже хотела это сказать, мне тоже это не нравится. И то есть вот в плане создания студии все было обоюдно. То есть даже спрашивают, кто придумал, и мы в один голос говорим «вместе». Число гостей вечеринки насчитывает несколько сотен. Все друзья и знакомые. Мы знакомы с Дарьей очень давно, начиная с самого первого ее дня работы. Наконец-то те масштабы, которых Даша достойна. Классно, когда люди проходят весь бизнес с самого начала. Ты понимаешь, что они знают все нюансы, все тонкости. Ты можешь довериться, потому что человек не просто купил франшизу. Он знает этот бизнес вес. И ты знаешь, что если ты к нему пошел, то ты получишь услуги на самом высоком уровне. Поэтому я за Дашу искренне рада. Она большой трудоголик, и это просто логичное продолжение ее дела. Мне кажется, что это соответствует сейчас всем современным тенденциям и является реально крутым, модным, настоящим, правильным бизнесом. Так, именно так и должно быть. Клиент должен наслаждаться, отдыхать, не только получать качественную услугу, хотя и это встретить не так уж легко. Но здесь действительно райское местечко, и я думаю, девчонки будут здесь зависать просто так, даже вне процедур. И будем устраивать здесь вечеринки и фотографироваться, очень много крутейших фотозон, так что все реально очень-очень круто. Хорошее начало – половина дела. Горы творческих планов, бьюти-идей, море позитивных эмоций, гладких тел и довольных девушек – все это в ближайшем будущем. А пока – песня.
Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Сейчас о стиле спортшик говорят все, кому не лень. Но если быть точными, то шика в новых коллекциях не так много. А вот спорт в качестве перспективного модного направления будет рассматриваться еще очень долго. Никому уже сегодня не нужно объяснять, что такое спортивное платье. Это лаконичный силуэт с капюшонами, лампасами, специальными карманами, а также элементами, заимствованными из футболок и олимпиек. Толстовки с буквами и цифрами, вышеупомянутыми лампасами и полосками, также прижились за пределами спортзала. С рубашкой их сегодня носят в офис, а с платьем можно себе позволить надеть такой лонгслив на вечер. Ну и, наконец, хит сезона – худи. Джемпер из трикотажа или флиса с капюшоном и карманом кенгуру. Надевайте его с чем угодно, и в этом сезоне вы точно будете в тренде. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Нужно времени, чтобы избавиться от варикоза. Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1.5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Макфа. Первые для первых. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, а также на страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».